Я думаю, что этот курс во многом про чистку, про приведение в порядок. То есть, когда мы хотим что-то поменять, часто мы не знаем, с чего начать. То есть, представим, что мы стоим в большой-большой комнате, в которой все перемешано, и мебель, одежда, еда, все подряд, и ты стоишь и не знаешь, в общем-то, с чего начать. А мы поможем начать с самого увесистого, да, то есть прежде чем... С самого начала. С самого начала, да, то есть то, что самому сложно сдвинуть. То есть если там, допустим, где-то посреди комнаты валяется шкаф, то сколько его там не протирает тряпочка, его нужно сначала поднять и поставить на свое место. То есть как это сделать, вот эти вот тяжелые пласты сдвинуть, лучше как бы, что называется, позвать друзей, да, которые могут с этим помочь. То есть смысл такой, что мы последовательно, четко расставляем все по своим местам. Все, что не надо, весь мусор выбрасываем. И уже на вот этой вот обставленной, уютной территории мы знаем, куда нам двигаться дальше. То есть я себе чистку представляю именно так. Потому что многие практики, они говорят о чистках. Да? Что-то там это самое, пропейте сено, вас пронесет и будет вам счастье. Самое элементарное для тела. Да? Или там, давайте мы вас проколбасим энергией, вы потом в этой энергии что-то там поделаете. Да? Но смысл вот этих вот тончайших настроек, пока основные пласты не сдвинуты, он такой очень сомнительный. А основные пласты у нас где? Они у нас, по сути, в ДНК. То есть это все, что мы с собой притащили от наших родителей, от наших родственников. Если кто-то верит в реинкарнацию, то есть в прошлых жизней. Да? То есть все вот эти вот вещи, все эти огромные рюкзаки, чемоданы, их нужно разобрать хотя бы для того, чтобы в них можно было найти то, что нам необходимо. То есть смысл этого курса для меня в первую очередь в этом. Но естественно, когда уже разобрано и понятно, что где, уже легко это сложить на место и легко, главное, этим пользоваться. И все это приводит, естественно, вся эта чистка приводит к тому, что вы начинаете себе доверять. То есть когда вы уже начали себе доверять, вы стали слышать себя, у вас жизнь становится совершенно в другом качестве. То есть это такие... Я люблю это называть чудесами. Хотя на самом деле это не чудеса, а причинно-следственные связи. Но мне это очень нравится. То есть в моей жизни присутствуют чудеса. Соответственно, ты живешь в удовольствии, в гармонии, в счастье, в радости. То есть действительно получаешь удовольствие от вот этого прекрасного процесса под названием жизнь. Вообще вот во многих практиках принято, чтобы человек начинал с чего-то малого, да, и потихоньку вот чистил чашечки, вот если вернуться к твоему образу, расставлял по полочкам, и, наверное, за всю свою жизнь, занимаясь там духовными практиками, зачастую человек так и не доходит до того момента, когда надо взять шкафы, передвинуть, расставить и по-крупному все это дело сделать. Я считаю, что люди, которые хотят реально изменить свою жизнь, а что я в это понятие вкладываю? Изменить свое здоровье, включая тяжелые недуги. Изменить свои отношения, включая с любимыми мужчинами, выстроить свою жизнь. Изменить свои настройки, вот, картины мира на более осознанные. Раскрыть свой творческий потенциал. То есть, по сути дела, вот, когда речь идет о том, что мы будем делать, услышать себя. Услышать свою душу, услышать себя настоящего, искреннего и так далее. Вот окунуться в эту глубину, в бездонность себя. Там огромный энергетический ресурс сокрыт, там огромный информационный ресурс, там невероятные психические возможности. Но прикоснуться к ним мешают вот эти завалы. И если вот просто доверившись, бросившись в течение и поплыв вовнутрь себя, разгребая на пути вот эти все вещи, есть возможность это сделать быстро и качественно, начав по-крупному. И неважно, есть у вас до этого практики или нету. Все равно, входя на курс, надо будет отказаться от всего, что вы знали до этого, на период курса. То есть, какие мы умные, какие мы знающие и так далее. Мы к этому вернемся потом. Когда мы проживем курс, на курс мы приходим пустыми, с одним намерением решить, какие изменения в картину мира я вношу и каким образом в свою собственную картину мира. И вношу я сам,
не кто-то за меня, ни одна из Наташ, вот из нас троих, не будет редактировать вашу картину мира, не будет редактировать ваши настройки. Но мы поможем вам, дадим инструменты и покажем, как делается уборка. И проконтролируем, чтобы это было здорово и в гармонии с душой. И на выходе вы еще услышите обратную связь своей души, причем и через нас, и самостоятельно. Просто невероятные вот эти путешествия в себя, которые меняют глобально жизнь человека. Меняют его осознанность, меняют его игру. Игру на более интересную, на более осознанную, на более грамотную, на более продвинутую. Я думаю, это того стоит, чтобы прийти, попробовать, сделать шаги в сторону своего саморазвития. Ну и плюс, конечно, работа в команде, в группе, это особый плюс в чистке, да, то есть это представьте, что вы сразу вызвали профессиональную службу, да, и куча людей вам помогает все это выносить, выбрасывать, чистить, отмывать и так далее. То есть это особая, конечно, атмосфера, и там все-таки в групповом пространстве, да, можно проработать, ну, просто несравнимо больше, чем самостоятельно, в короткий промежуток времени. В этом большой плюс, конечно. И плюс будет еще, знаете, в чем? Я скажу с точки зрения магии. Плюс будет в том, что мы не будем терять те ресурсы, которые есть у вас, которые сейчас зашиты в обиде, в вине, в злости, видите вы это или нет, в каких-то ограничивающих программах и убеждениях и так далее. Все ресурсы, которые мы поднимем за счет коллективного круга, за счет вот этой энергии, они вернутся в жизнь самого человека, но вернуться на другой частоте, на трансформированной частоте, вернуться в виде дополнительного ресурса на проживание и выстраивание новой картины реальности. Но надо четко понимать, обратного пути у вас не будет. Только вперед, без вариантов. Если вы захотите вернуться в свою прошлую жизнь и ныть, сделайте что-то за меня, у вас это не получится, дорогие мои. Это дорога и это билет в один конец. И этот конец Бог. Вы сами, ваш внутренний свет, раскрытие вашего внутреннего психического потенциала. Решайтесь, приходите, будет весело, будет очень весело, это мы гарантируем. Это единственное, что мы можем гарантировать. Проходит весело. Это то, что мы точно можем гарантировать. Смеха будет много. Никакой серьезности, только легкость, счастье и удовольствие. Абсолютно все с удовольствием, абсолютно все с легкостью, абсолютно все в гармонии. Никакого насилия. Почти. Допугали окончательно.